Всем привет! Вы на канале Кэти Май Принцесс. И сегодня у нас гамбургер челлендж. Нам будут подавать баранчики. Когда мы их откроем, у кого-то будет сладкие продукты, а у кого-то соленые. Но мы будем играть на камень, ножницы, бумага. И тот выбирает. Хорошо. А в конце будем пробовать. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Выбирай. Я уберу свой. Раз, два, три. Есть, у меня кетчуп. У меня клубничное варенье. У меня кетчуп. Значит, у меня, наверное, будет сладкий гамбургер, да? И соленый, и сладкий. Смешанный? Да. А потом мы будем в конце их пробовать. Так, намазываем. Ой. Намазываем, хорошо. У меня кетчуп. Пока получается хороший гамбургер. У меня будет сладкий, 100%. А, соленый. Все, я уже... Все, я тоже. У нас следующий раунд, и выбираю я. Я хочу поменяться. Чтобы я этот открыла. Раз. Раз, два, три. Котлетка. Я киви. Ты будешь киви ложить на кетчуп, а я котлету буду ложить на варенье. Я почищу. Давай, я подожду тебя. Интересно, что будет следующее? Может, помочь себе кутыш? Или ты сама? Сам. Ты сколько кусочков будешь? Один. Нет, два. Два. Давай два кусочка. Ну, уже. Я вижу, что у нас будут гамбургеры необычные. Класс. Как у тебя красиво. А у тебя где-то с вареньем. У нас следующий раунд. Я помоюсь. Ты хочешь, чтобы я поменяла? Я? Да. Да? Ну давай поменяюсь. Открываем. Раз, два, три. Это джелли-бэ? Это конфеты? Конфеты в гамбурге? Да. Кто это такое придумал? И как мне их сюда ложить? Посыпай на котлету. На варенье. На варенье и на котлету. А у меня сыр. О, какой красивый. А у меня сыр. Какой красивый у меня гамбургер. Я его так украшу. Хочешь конфетку? Нет. А. Вкусно. Ну да, но не с котлетой вместе. А там сыночка хватит? Как хочешь. Я его положу. Все. Я свой сделала. Смотрите, какое у меня красивое. Никто такое еще не пробовал. А мне? А я попробую сегодня. Мне тоже красиво. Ну что, давай. Я не буду меняться. Не будешь? А может поменяемся? Нет, не буду. Один, два, три. Вау, что это? Мне это попалось. Что это такое и как его едят? Все, я больше не буду. У тебя уже там киви и лимон, уже такой сыр. Фруктовый. У меня попались осьминоги. Открывай. Сейчас. Это большие такие. Фиолетовые. Это любимочку. Угу. Сейчас я положу осьминоги на конфетки Жеребели. У меня будет супер гамбургер. Ой, они реально большие. Это осьминожки? Осьминожки большие, больших размеров. Хочешь котлетку? Нет. Почему? Не, не люблю осьминожки. Давай немножко тебе туда на лимон. Добавим? Нет. Так, сколько? А давай хватит я тебе лучше лимон положу. Хватит. Кусочка, да? Угу. Красиво, да? У нас следующий раунд. И моя очередь выбирать. Меняюсь. Не, не буду менять. Ну что, открываем. Раз, два, три. Ого! Катя, посмотри, что тебе попалось.
меня салат зеленый. Я сейчас красивенько украшу себе гамбургер. Я красная. Не знаю, один положу, наверное, листик. Одного достаточно. Все. Все? Ты не хочешь делать вот так вот красиво, что ли? Нет? Сверху. Как вишенка, да? Хорошо, давайте дальше. Ну что, давай посмотрим, что у нас уже есть в наших гамбургерах. Да, у тебя. У меня внизу варенье, потом мне попалась котлета, конфетки Джелли Белли, осьминоги консервированные и листик салата. А мне кетчуп, потом попалась киви, сыр, лимон и жуйка. Сейчас выбираем я. Я не хочу меняться. Не хочешь? Раз, два, три. А у тебя ничего нету? А, колбаса! А у меня шоколадная паста. У тебя колбаска. Как вкусно. Гамбургеры. Мне придется мазать шоколадной пастой. Колбасулечка. Жвачка убегает, да? Угу. О, сколько я положу сейчас шоколадной пасты себе. Я ее очень люблю. Поэтому щедро себе намажу. Сверху на котлетку, на листик салата. А я беру колбаску и на жвачку. Кать, посмотри, какой у меня красивый. Ну что? А у меня, смотри, какое-то привидение. Уже не терпится узнать, что же в итоге у нас получится, да? Привидение у меня. И попробовать это на вкус. Поехали дальше. Как пахнет классно, Катя, понюхай. Посмотри, какой красивый. Какой у меня красивый гамбургер. У меня привидение. И ничего не видно, что там внутри. У тебя там сюрприз. Давай. Так, поменяешься или нет? Да, давай поменяемся. Открываем еще три. Помидоры! Я что-то сладкое опять. У меня помидоры. У меня будет котлета и желе, и конфеты, и шоколадная паста. А я ложу помидоры. И лимонное желе. Классно. Нет, хватит два. Ты любишь помидоры, да? Да. Надо попробовать. Класс. Вот такой вот у меня гамбургер. Ой, оно падает. Оно падает у меня. Я себе сделаю побольше всего. Катя ложит поменьше ингредиентов, которые мне глаза не нравятся. Я ложу, как всегда, да? Смотри, какое красивое. Уже хочу его съесть. Его нельзя съесть. Уже хочу попробовать. Я... Ну, у меня как бы невкусного только жвачка. Ну, с гамбургером. Не сосчитается для гамбургера. Жвачка, лимон и киви. Ну что, давайте дальше. А у нас следующий раунд. И напомним, что это у нас гамбургер челлендж. И мы будем это пробовать в самом конце. Досмотрите ролик до конца. Ну что, меняемся или нет? Нет? Нет. Нет. Раз, два, три. У меня конфетки, конфеточки, конфетки. А у меня мидии. А у меня мидии. Опять у меня морепродукты. Конфетульки. Желе, джекерри, осьминоги, мидии. У меня котлетки. Какой у меня веселый гамбургер. Ты много конфеток ушла? Да. Отдашь попробовать? Да. Какую? Красную, черную? Давай мне красную. Малинка. Я тоже люблю. Очень вкусные. Смотрите, какие мне мидии попались. Большие. Я буду ложить. Очень вкусно. Я думаю, мидии у меня будут как украшения. Я их много ложить не буду. Потому что у меня может завалиться уже вся моя конструкция. Красный язык?
мясо. А если черный съесть? Мы сейчас будем с Катей пробовать уже наш гамбургер. У меня желе выпало. Давай будем пробовать, Катюш. А вот так у тебя выпалось. О, у меня здесь внизу варенье, потом конфеты, котлета, желе, осьминоги, мидии, листик салата, шоколадная паста. А у меня кетчуп, киви, сыр, лимон, жвачка, колбаса, помидор и желейные конфетки. Накрываем, пробуем? Все, не знаю даже, как поднять. А у меня черный язык? Нет. Ну что, давайте будем пробовать. Снимайте. Ой. У меня больше сладкий. Не соленый. Больше сладкий, чем соленый. Мне попалось киви и конфетка. У меня во рту мидия и конфета. Мне... Это невозможно кушать. Мне попалось. Мне попался помидор, конфета. Вот это, типа малинка. Помидор, конфета, колбаса, сыр, киви, кетчуп. В общем, все продукты, которые не сочетаются друг с другом. И немножко лимона. А я уже проглотила. Ну что, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока! Пока! Thank you.